Доброе утречко! Сегодня 19 сентября, утро, ну как утро, уже 12 часов дня, но для меня это утро, потому что я не люблю ездить по утрам, мне легче ездить после заката солнца, в общем, тогда уже и машин меньше на дорогах, и я просто себя ощущаю лучше, потому что я сова, я не жаворонок. Ну, в общем, вчера, как вы знаете, я собирался поехать в Волмар, но та компания, которая меня грузила, не разрешила мне покидать ее территорию. То есть я подошел в офис, сказал, пока вы меня будете грузить, я, мол, съезжу в магазин и приеду через час. Они сказали, нет, ты должен оставаться рядом с трейлером. Не знаю почему, но, в общем, пришлось мне 2 часа просидеть там, пока они меня загружали. А потом вместе с трейлером на огромной машине ехать в магазин. Ну, вы и сами все видели в предыдущем ролике. Я сейчас еду по Небраске, проехал уже где-то половину пути. Сегодня до конечной цели я не доеду, потому что локбук не позволит. И придется остановиться где-то в 2 часах до цели. Ну ничего, завтра с утра проснусь и добью то, что начал сегодня. Завтра у меня разгрузка в 10 утра, поэтому в 8 выйду. И буду там ровно в 10, так что это не проблема. Я хотел вам рассказать насчет того, как я получал водительские права на большой трак. В Америке они называются Commercial Driver License, то есть CDL. И получал я его в своем штате, в Нью-Йорке. Многие водители, дальнобойщики считают, что это сложно, потому что Нью-Йорк город, который вечно стоит в пробках, там узкие улицы, там, в принципе, даже на обычной машине ездить не просто, не то, что уже на грузовой. Но, вопреки всем стереотипам, сдал я с первого раза, сдал я очень просто, хотя никогда в жизни я даже не сидел внутри кабины большого трака, никогда даже не ездил за каким-то небольшим грузовичком или хотя бы газелью. То есть это все настолько далеко от меня было, что я думал, что в жизни у меня не получится управлять таким транспортным средством. Но, как показывает жизнь, все возможно. Нету в этом ничего такого сложного. Если у вас есть 2 руки, 2 ноги и голова на плечах, то, в принципе, между вами и этой профессией не стоит ничего, кроме вашего желания. Ну, начнем по порядку, да, чтобы получить права CDL. Я сейчас буду говорить чисто про штат Нью-Йорк, потому что от штата к штату правила могут меняться, разниться, поэтому я не знаю, я буду говорить чисто за тот штат, который получал я и через что я сам прошел. Так вот, в штате Нью-Йорк, чтобы получить CDL, вам необходимо полгода стажа на обычных правах. То есть вы не можете получить CDL, если у вас нету обычных прав в течение хотя бы полугода. У меня этот пункт был выполнен, моим правам уже практически 2 года, поэтому для меня это была не проблема. Далее, необходимо сдать тест. Тест сдается в DMV на компьютере. Из языков, которые вы можете выбрать, это только английский и испанский. Я знаю, что в других штатах, в каких-то штатах есть русский, по-моему, во Флориде, но могу ошибаться, или в Пенсильвании. В общем, не суть. В Нью-Йорке только английский и испанский. Ни на одном другом языке вы сдавать не можете. Хотя обычные права на автомобиль, на легковой, вы можете сдавать в Нью-Йорке практически на всех языках, востребованных в этом городе, в том числе на русском. Так вот, как я учил тесты? Как я уже говорил ранее, английский я знаю достаточно для того, чтобы пообщаться с кем-то на улице и спросить там, как куда пройти или что-то там, что меня будет интересовать, но недостаточно для каких-то узкопрофессиональных терминов, недостаточно для
плане каких-то глубоких вопросов. В общем, мой английский в этих тестах мне не понадобился от слова вообще, потому что ни одно слово для меня в этих тестах не было знакомо. Поэтому я для себя придумал такой очень простой и легкий способ, как же сдать тест на CDL, не зная английского. Все вопросы на этот тест для всех штатов, они одинаковые. То есть, что в Нью-Йорке, что в Калифорнии, что во Флориде, будут одни и те же вопросы в тестах. Дело в том, что в каких-то штатах можно сдавать на русском. Поэтому, покопавшись недолго в интернете, я нашел сайты, то ли калифорнийские, то ли флоридские, не знаю. Но там были тесты на русском языке, на CDL. И я просто взял и начал их прогонять. Я просто читал вопрос, тыкал на один из вариантов ответа, и если этот вариант был неверным, то он загорался красным, а верный подчеркивался зеленым цветом. И таким способом, один-два раза прогнав тест, я визуально просто запомнил, как выглядит вопрос и как выглядит ответ. И потом в дальнейшем, когда я тот же самый тест включал на английском языке, я просто вспоминал по каким-то специфичным признакам каждый вопрос и вспоминал к нему ответ. И мне не пришлось зазубривать это на английском языке, как это делают некоторые, как мне рекомендовали это делать в автошколе, мол, возьми просто и выучи наизусть тесты на английском языке, если ты не знаешь его. Но на самом деле это неправильный вариант. Почему? Потому что если вы просто механически зазубриваете тесты на английском языке, то, как правило, вы не понимаете ни черта, чего вы там выучили. И в дальнейшем та информация, которая могла бы быть вам полезной, которую вы могли бы почерпнуть из этих тестов, она для вас отсутствует. Вы не понимаете, вы не знаете, как устроен трак, как что, к чему крепится, какие-то там есть нюансы по правилам дорожного движения. Поэтому этот вариант, он крайне нехороший. Плюс ко всему, выучить просто механически тест на английском языке — это достаточно сложно, это нужно обладать хорошей памятью, причем такой фотопамятью, которая есть не у всех. Легче намного читать на русском, осознавать вопрос, понимать, о чем вообще идет речь, и тогда просто логически у вас это закладывается в память, и это даже учить несложно. Я даже не учил, я не могу сказать, что я учил, я просто читал вопросы, тыкал на ответы и проверял, какой правильный. И так я сделал 2-3 раза, может быть. То есть это было все очень просто и легко. Так, тест состоит из трех частей. Это general knowledge, то есть основные вопросы. Это первая часть, она самая большая. Вторая часть связана с воздушными тормозами, она называется air brakes. И третья часть, она о соединении трака и трейлера. Она называется каплинг. Все три части вы можете сдавать по отдельности. То есть, если у вас не хватает времени или не хватает памяти выучить все три части, то не надо этого делать. Сделайте так, как сделал я. Я выучил сначала самую большую часть, это general knowledge, вот эти вот самые основные вопросы. И все, остальные две части я даже не открывал, даже не пытался их учить, чтобы просто в голове не создавалась каша. Выучив первую часть, это, по-моему, 100 вопросов, я пошел в DMV. Я пошел в DMV и сразу сказал, что я собираюсь сдавать на CDL, на класс A, и я хочу сегодня сдать только первую часть, General Knowledge. На что мне сказали: окей, вот, пожалуйста, ваш компьютер номер такой-то, присаживайтесь, давайте. Там в тесте есть таймер. По-моему, там по 40 секунд на каждый вопрос. Например, если вам в компьютере будет 50 вопросов, это будет около 35 минут на тест. Но я его прошел минут за 7 или за 10. Ну, что-то такое, в общем. Поскольку если вы знаете ответы на вопросы, то 40 секунд на один вопрос — это слишком много. Я просто сидел, и мне хватало 2 секунды просто визуально окинуть взглядом этот вопрос, и я сразу отвечал на
оправился очень быстро. Когда я прошел первую часть, мне на компьютере автоматически вылезла вторая часть. Но я ее не знал, поэтому я ее просто пропустил. И в конце компьютер показал результат, что первую часть я сдал, а вторую и третью нет. Так не сдал я их не от того, что я их не знал, а просто я их пропустил, потому что я их даже не учил. Я хотел прийти потом, в следующий раз. Вторая и третья часть, они меньше, чем первая. То есть они вдвоем как одна первая, поэтому желательно выучить сначала General Knowledge, она самая большая, а потом уже Air Brexit и Coupling. Эти две части, они по размеру как один General Knowledge. То есть потом я пошел домой, опять по 2-3 раза прогнал на русском языке эти тесты, опять запомнил все, прогнал один раз на английском, чтобы просто понять, что вопросы совпадают, чтобы не попасть в нехорошую ситуацию на экзамене. И все вопросы совпадали с английской версией, я пошел на экзамен на следующий день и доздал эти два теста. После чего я оплатил какой-то сбор, и я начал ждать пермит на CDL по почте. Он должен был прийти в течение 14 дней, но пришел на 10. А за это время, пока я ждал пермит, у меня был бумажный вариант пермита, где было сказано, что я прошел тесты, сдал их удачно и оплатил все. И сейчас жду пермит постоянный. Поэтому с этим временным пермитом уже можно идти в автошколу. Этот временный пермит дает вам право управлять траком в сопровождении с инструктором. То есть в автошколу идти уже можно. Как раз вот это вот время, 10-14 дней, которые у вас будет, пока вы будете ждать свой постоянный пермит, как раз вот это время вы будете учиться ездить. Дальше я нашел автошколу русскоговорящую в Нью-Йорке. Позвонил туда, все узнал, записался. Одно занятие часовое стоило $100. Мне казалось, это очень дорого, но потом, осознав то, что, получив права, твоя зарплата будет не маленькой на траке, поэтому я понял, что цена оправдана. Уже не стал искать другие варианты. В общем, первую школу, которую нашел, я в нее и пошел. Мне нужно было срочно получать права и идти на работу, потому что, в общем, со старой работы я увольнялся к тому моменту, и мне нужно было в наименьший срок сесть на трак и начать зарабатывать деньги. Поэтому сроки поджимали, мне нужно было скорее, и как только я пошел в автошколу, я сразу же назначил себе экзамен в DMV. Начать экзамен можно сразу же, как только у вас есть пермит, а он у меня был. Поэтому я пришел в автошколу, и мне назначили экзамен через 2 недели после того, как я сдал тесты в DMV. То есть получилось как? Получилось так, что я пришел в автошколу, у меня не было никакого опыта вождения, у меня не было вообще никакого базового даже понимания, как устроена машина, как ее управлять. Ничего, я был ноль. И я такой говорю, что у меня экзамен через 2 недели, пожалуйста, давайте сделаем все возможное, чтобы я сдал его удачно. Ну, конечно же, все понимали, что это будет сделать очень сложно. По итогу я взял где-то 10-12 уроков по часу, получилось 10-12 часов, за которые я заплатил где-то $1200. И за это время очень-очень поверхностно я научился базовым каким-то вещам, типа ехать прямо задом, чтобы трак не переламливался с трейлером. Это достаточно сложно на первых порах ехать просто прямо задом. Потом научили более-менее парковаться. Я очень боялся идти на экзамен, потому что я понимал, что я очень слабо понимаю, как что делать, и на экзамене возможно всякое. Плюс ко всему, экзамен состоял из 3 частей. Из PTI, это Pre-Trip Inspection, который ты делаешь на английском языке вместе с экзаменатором. Ты должен с указкой пройтись по траку и сделать Pre-Trip Inspection, который ты должен потом будешь делать в своей трудовой деятельности каждый день. Это одна из проблем, потому что он на английском языке. Потом вторая часть экзамена — это дворики, то есть там на большой парковке будут расставлены фишечки,
ты должен будешь припарковаться задом, припарковаться, сделать параллельную парковку и проехать прямо задом. То есть это три вот такие вот базовые навыка, которые ты должен будешь делать на двориках, и после двориков ты уже вместе с экзаменатором уезжаешь в город. И вот лично для меня это оказалась самая тяжелая часть, потому что реально в Нью-Йорке очень сложно ездить. И еще и эта поездка была не такая, как на легковой машине, где тебя 5 минут помучили. Даже там ты два поворота направо сделал, вернулся и все, сдал, не сдал. Нет, меня, мы там реально ездили где-то 30 минут. 30 минут мы ездили по хайвеям, по мелким улицам, по... В общем, было сложно. Вы представляете, я первый раз сидел в траке без инструктора, а с экзаменатором. Я был предоставлен сам себе, экзаменатор молчал, не говорил ни слова, хотя я несколько раз старался у него спросить что-то. Но он говорил, что дело мое, чтобы я решал. В общем, никто меня не пропускал, мне нужно было перестроиться на хайвее с крайне правой полосы в крайне левую, и это было просто очень сложно. Я тогда заматерился, и экзаменатор сказал: переживай, все окей, я понимаю, что это сложно. В общем, нормально оказался мужик. Так вот, проучившись в автошколе 10-12 занятий, я пришел на экзамен. Сдал я pre-trip inspection. Ребят, из чего состоит pre-trip inspection? На экзамене pre-trip inspection состоит из трех частей, две из которых попадутся вам по-любому. Одна из них — это кабина, внутренняя часть кабины, когда экзаменатор сядет здесь рядом, и вы будете рассказывать ему все-все-все от и до, начиная от зеркал заднего вида, стекол, заканчивая всеми датчиками и всеми кнопками, которые здесь есть. Вы будете делать брейк-тесты, вы будете проверять систему, воздушную систему тормозов, и все вот в этом роде, все, что связано с внутрянкой, с кабиной, это будет точно на экзамене. Потом вторая часть, которая будет точно на экзамене, это каплинг, то есть это место соединения трака с трейлером. Вот этот fifth wheel и все, что там с ним связано, вся эта система соединения, она тоже будет обязательно на экзамене. Значит, а третья часть, она состоит из трех частей. Первая из них — это driver side of truck, вторая из них — это passenger side of truck, третья часть — это трейлер. Вам на экзамене попадется только одна из этих частей. То есть, если кабина и каплинг попадется точно, то из этих трех попадется только одна. Но учить, как вы поняли, нужно все, потому что никогда не знаете, что вам попадется, и вы можете на этом вылететь. Поэтому знать нужно все, не делать никаких ошибок. И я сейчас расскажу, как я учил вот этот самый pre-trip inspection. Когда я ходил на эти уроки в автошколу, и мой инструктор рассказывал мне все с указкой, каждую деталь, и показывал мне, что как называется, что куда подсоединяется, и как нужно описывать каждую из деталей, то я все это записывал на видео. Я знаю, что автошколы это не приветствуют, потому что это их работа, и это забирает у них клиентов и деньги. Но я смог записать на видео, я записал все на видео, все части у меня были записаны, и я просто каждый день из вот этих двух недель, которые я готовился к экзамену, я каждый день вечером просто просматривал раз за разом эти видео. И где-то дню на 10-м я понял, что я запомнил все, я могу проговорить это на английском языке, я помню, что куда как крепится. В общем, оно приходит, если это многократно прогнать, то есть я даже не заморачивался, чтобы прямо доучить или зубрить, я просто смотрел видео раз за разом, каждый день на протяжении двух недель. И вот, не зная английский, не зная всех этих терминов, получилось так, что я просто выучил это все. Оно выучилось само, оно легло на память и закрепилось там. То есть с PTI разобрались. И когда я пришел на экзамен, PTI, я больше всего нервничал именно за PTI, потому что я боялся за свой английский. Реально, если бы меня не понял этот экзаменатор, то это было бы сразу провал, потому что
общем, я сдал PTI, мне попалась внутряшка Coupling и Driver Side of Truck. Я сдал его без проблем, я рассказал все от и до, не забыл ни одной детали. Все было хорошо. Далее я сел в трак, и мы начали делать парковки, дворики, в общем, вот это вот все. Задом я проехался прям по прямой отлично, без нареканий. Но когда началась парковка, а именно параллел паркинг, параллельная парковка, то это было очень жестко. Я там в одном моменте затупил. В общем, я вкорячился в это пространство, которое было отмечено конусами. Кое-как я туда залез, но трак стоял там неровно. Да, он был в границах этого прямоугольника, но он стоял неровно, а был немного сломанный. И я думал, что я завалил. Я вышел к экзаменатору, говорю, если вы позволите, я могу попробовать еще раз. А он сказал, no, it's fine, нормально, типа, ты же заехал в эти, в обозначенное место. Потом, значит, был второй тип парковки, это парковка, когда ты должен припарковаться задом, но со сменой, с одновременной сменой линий. И это достаточно сложное задание, я с первой попытки у меня не вышло, я там, траектория моего трака шла прямо на конус, но я вовремя остановился, вышел, попросил повторить. На экзамене можно просить вторую попытку, вторая попытка как бы дозволена, третья уже нет. То есть, ну, со второго раза у меня все получилось, я все-таки залез в эти пространства между конусами, у меня тряслись руки, ноги, я переживал, но в итоге все было нормально. После этого экзаменатор сел ко мне в трак, и мы поехали на дорогу. И вот там началась самая задница, потому что просто стрессу моему не было предела. В общем, было сложно, но там нужно было тоже на английском языке рассказывать, ты подъезжаете к мосту, и ты должен был указать, что высота моста такая-то, а высота моего трака позволяет проехать под этим мостом. И так ты должен был делать каждый раз, когда проезжал по мосту, также под мостом. И также, если ты проезжал по мосту, ты должен был говорить, что разрешенный вес на этом мосту такой-то, а вес моего трака позволяет мне проехать по данному мосту. И вот это вот сбивает, когда ты не можешь сконцентрироваться на дороге, а должен каждый раз повторять одно и то же, видя перед собой мосты, это сбивает. Но, в общем-то, с горем пополам проехался я, мы вернулись, полчаса мы катались, и вернулся я такой измотанный, как после года службы в армии. В общем, вернулся я на эту парковку, где мы все начинали. Мой экзаменатор сидел молча, что-то там заполнял, какие-то бумаги. Я сидел в предвкушении вердикта, который он мне должен был сказать. И он говорит, ты окей, говорит, ты сдал. Все, говорит, ты сдал, все хорошо. Придешь ты своими правами в DMV. Через 3 дня, по-моему, да, это была пятница, а я пришел в понедельник. И я сижу и не пойму, как же такое могло случиться, что человек, не имевший никогда дела с большими грузовыми машинами, никогда не знавший вообще ничего, что с этим связано, в Нью-Йорке, в штате, который все говорят, что сдать нереально, с первого раза сдает, не зная английский, сдает тест, и потом сдает PTI, сдает этот экзамен и получает права за буквально там 2-3 недели. И вот тогда я понял, что ну жесть, ну круто, и все, кому я говорил, не могли поверить, что реально получилось с первого раза. Вот такая вот история, друзья. В общем, права мне вышли по цене около 2000 долларов, там вместе со всеми сборами и платами за экзамен, за пермиты. Ну, в общем, за все-все-все я заплатил максимум 2000 долларов, потратил максимум 3 недели времени, и я доволен, все прошло отлично. И если кто-то из вас живет в Нью-Йорке и собираетесь ехать специально за правами куда-то во Флориду, я вас прошу, попробуйте в Нью-Йорке. Это не настолько сложно, насколько вам может это казаться. Поэтому пробуйте. Попробуйте, сдайте так тест, как я вам порекомендовал, выучите его на русском и сдайте на английском. Это намного проще, чем учить, скажем, на английском напрямую. И это намного проще, чем лететь специально во Флориду.
Так что, друзья, я поделился опытом, я поделился своей историей. Теперь вы будете знать, будете более осведомлены. Спасибо. Ставим лайки, а я пошел спать. Всем спокойной ночи.